Интересно выглядел. Правда, немного не к месту оказалось его появление, потому что Адама Трауре, терроризирующий правый фланг, оказался... Луисуарес споткнулся о вратаря соперника. Здесь оббежал как раз. Оббежал он. Но сейчас важнейший момент. О статистике забываем. Луисуарес, разбег, удар! И Сория вытаскивает дважды мяч и трижды это делает, судя по всему. В створе ворот. Суарес бьет. Не сказать, что неотразимо бьет. Ну, хорошо, кстати, довольно плотно. Но низом это... С Саутгемптоном, хотя Саутгемптон сейчас явно на подъеме. Ладно, это к нашим баранам не относится. Подача, Суарес. На что он рассчитывал? Это скидка такая. Удар! Занесли все-таки мяч в ворота. Ну, похоже на что-то такое подозрительное, если честно. Неймар в центр. Быстро, быстро нужно мячом распоряжаться. Ох, прекрасная передача Анхеля Коррея. Дубль! С двух ударов в створ. А вот как рассыпается Хетафе в обороне. Суарес был в офсайде дважды. Потом Лемар. Два игрока, не договариваюсь, пытаются сыграть в мяч. Ударяются друг об друга. Подача. Добивание. И удар. Вот. В страшной растерянности. Не справляется с атаками соперника. Проговорю эту историю в очередной раз. Наверное, это требует сделать, потому что многие до сих пор удивляются. Подача с углового. Пенальти! Смотрим. Подача. Куни. Прилетает мяч в бедро. И Инес Унал. Пенальти смотрим. Может сравнять счет Хетафе. Удар Инес Унала 2-2. Дамиан Суарес. И открывается справа Оскар. Готовит прострел. Филиппе подставляет ногу. Но, наверное, не долетел бы мяч. С ума сойти. Вообще рука в штрафной. Пенальти. Ладно, не будем нагнетать. Следим за пенальти. Энес Унал. Разбег. Попытка номер два. Удар в тот же угол. Ох, момент. 3-3. Смотрим, как все развивалось. Матеус Куни пытался ткнуть мяч на Суареса. Подключается Лемар слева. Подача. Суарес не коснулся. И... Это красная будет. Это красная, прямая красная. Я же говорил, Филипп с ума сошел. А почему бы нет? Самый действенный способ. И не энергозатратный. Ох, момент! Какой удар будет? Еще удар! 4-3! Спаситель Атлетико Мадрид. Давайте смотреть. Де Пауль подает. На дальнюю прилетает мяч. Феликс скидывает. У Эрмоса удар первый не получается. Туда, вперед, борьбу. Все! Все!